Всем привет, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться сегодня радостью. Как вы видите, на фоне у нас инкубатор стоит. И в том году я говорила, что я купила инкубатор, но не говорила какой. Не стала, я говорила, что сделаю обзор, но не стала делать, так как в интернете на этот инкубатор очень много обзоров. Просто покажу, что вот он называется, несушка. Инкубатор у меня на 77 яичек. И вот нынче я его поставила, чисто так на пробу, испытать. Поставила немного. И хочу с вами показать. Прошло 21 день. Вчера вот я сняла уже решеточку. Сегодня 21 день. Вчера уже слышно было чириканье. И сегодня там бегают уже цыплятки. И хочу с вами поделиться. Сейчас я отключу вот розеточки. Поделиться и показать, какие у меня цыплятки сегодня вылупились. Смотрите, ребята. Пока еще вылупились не все. Ну вот у нас 5 светленьких желтеньких и 5 черненьких. И как вы видите, здесь еще лежат яички. Я на них всегда даты пишу туда, когда и что. И вот видите, какая у нас радость. Они, видать, только-только вылупились. Некоторые еще слабенькие. Но некоторые уже бегают по яичкам, по другим. Видите, какие они шустрые. Даже пытаются клевать уже друг друга, драться. Сейчас я приготовлю для них загончик и буду пересаживать, которые уже крепенькие, хорошо бегают, буду пересаживать их. А остальные пока еще будут окрепнуть, будут здесь сидеть и крепнуть. Некоторые, потому что еще вот влажные даже. Скорлупу я отсюда уже убрала всю. Ну и в целом вот такое вот у нас событие. Как видите, потомство у нас развивается. Всем, кому поставила, понравилось это видео, то есть, извиняюсь, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, если вам нравится наш канал, на наш канал. Так, за ростом наших цыплят вы будете наблюдать на нашем канале. Мы будем вылаживать. Температура, вот видите, немножко спала, но она сейчас поднимется опять до нормальной температуры, и цыпляткам будет там комфортно. Если вам понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!